прекрасного дня. Опять же 6. Легко. И сколько стало? 646. Молодец. Давай следующий столбик. Вот так мы решаем примеры. Тут 6 сразу делаю. Вот. А тут 3 и 1. И какое у тебя там число? 316. Все, вот моя красавица утром проснулась и доделывает свои уроки. Помаши всем. Всем привет! Привет! Подписывайтесь на маму. Мы повторили уроки. Я повторила уроки с девочками. Сейчас на обед готовлю вот мясные люляшки в сковородке с картошкой и добавлю туда свежий помидор. Значит, что я добавляю? Одно яйцо. Один такой нормальный лук. Натертый. Натерла на терке, чтобы он был мягкий и дал свой сок мясу. Одну чайную ложку соли. А еще я добавлю одну чайную ложку манной крупы. Да, вы не ослышались. Одну чайную ложку манной крупы. Столовую ложку сухарей. Вот сухари, столовую ложку. И, конечно же, кофейную ложку перца, черного перца. Теперь это буду хорошенько перемешивать, потом я вам покажу. Вот я уже подготовила мясо, перемешала его хорошенько. И где-то 100-150 миллилитров. Тоже по вкусу, кто как любит. Кто любит много масла, кто любит мало масла. Но когда много масла, очень хорошо жарится. Добавила масло в сковородку. Сейчас буду делать люляшки и ставить туда. Потом я вам еще покажу. У нас уже как они жарятся. Да, он в зале. Уже снизу поставила картошку, так как у нас уже люляшки были почти готовые. Сейчас они будут все тушиться вместе. Картошка будет снизу жариться. Сверху еще поставила помидоры. Он тоже даст свой вкусный сок. Вот, посмотрите. Картошка, люляшки, помидоры. И сейчас я добавлю пару лавровых листов, тоже для аромата. Вот, добавляю лавровые листики, они тоже там с паром перемешаются, их вкусный ароматный запах. И накрываем, конечно же, крышкой. Тут мы уже приехали в город, я девочек поставила в школе, и мы приехали в город по делам. Мы заехали в магазин еще, в торговый центр Макуров, там были очень хорошие скидки. Правда, я себе ничего такого не взяла, только кроссовки. Но были хорошие скидки. Хочу просто показать город. Он очень чистый, он очень красивый, он очень приятный. Я уже 12 лет, как вышла замуж, я сюда приехала. Скидка из 15. И получается, мне здесь все очень понравилось. Понравилось очень. Я, как сказать, выучила язык. Все, у меня все получилось. Вот мы уже в магазине, в торговом центре, одежда и женская, и мужская, там еще детская была, мы не пошли в детский отдел, так как мы спешили домой, мы просто заехали посмотреть, и мы выбрали просто белые кроссовки, а муж себе там выбрал костюм и все такое. Ну, если кто живет в Баку поблизости, может заехать и посмотреть, скидки были очень хорошие. И нас, конечно, пригласили в гости. Потом идем уже в гости. Что я еще хотела сказать? Да, я дагестанка, которая вышла замуж. Я вышла в Кусарский район замуж. И где-то 12 лет я живу в Баку. Вот. Очень-очень чисто все. Очень приятно. В парках, в магазинах, в школах. Везде все очень чисто.
göndərsən bizə baxaram da, göndərsən bizə baxaram. Yaxşı, o, tamam. И вот я вот финансовая, да, режиссеру, и мне нравится очень вкусное, и люди приятные, и приятные, получается приятные сразу. Я, конечно, попробую много рецептов, но все будет, но главное подписывайтесь, поддерживайте. На днях поеду в Новый год, там уже все украшали к Новому году. Да, вот после всех прогулок мы пришли в гости ночью к нашей красавице Эмочке. Она нам накрыла такой прекрасный стол. Можно, можно. Достань. Добрый вечер всем. Я сейчас приготовлю из грецкого ореха такой этот, как казинаки, да, натуф у нас его называют. И он готовится вот с карамелью. Обязательно нужна карамель, в котором внутри есть повидло, чтобы была повидло. Будем это расплавлять, потом будем это перемешивать. Я еще добавлю чуть-чуть семечки и буду украшать кунжутом и сверху такими целыми орехами. Это я вам все покажу. Здесь у меня полкило орехов. На полкило орехов у меня полкило 500 грамм конфет. Конфеты обязательно должны быть, чтобы внутри была повидло. Вот у меня я сняла все фантики от конфет. И вот мой карамель уже растаял. Посмотрите, какой он. Прямо жидкий, красивый такой, ароматный. Сейчас я туда отправляю орехи. И хорошенько орехи тоже перемешаю. Потом я хочу еще добавить семечки немножко. Вот я отправила орехи. Смотрите, перемешиваем. Хорошенько. Сейчас я еще добавлю чуть-чуть семечки. И переложу опять же на поднос. Сейчас хорошенько перемешаю. Переложила на поднос и раскладываю его. Так, сейчас буду еще украшать, конечно, для красоты. Он очень вкусный. Это у нас раньше готовили невестам. Это значилось очень такое, да, у какой невесты это есть. Это в основном у богатых невест это бывало. Это ценится. В Дагестане это очень ценится, кстати. Вот. Такая это красота. Она еще и вкусная, когда остынет. Mm-hmm.
Все, сейчас будем украшать орешками. Это тоже уже для красоты. Для любителей. Кто орешков больше любит? Конечно же, посыпем чуть-чуть кунжутом. Кунжут тоже на казинаке очень такой красивый. Есть казинаки с кунжутом. И все. Вот такая у меня красота получилась. Очень сладкая, очень вкусная, приятная. Попробуйте, вы тоже, получится очень вкусно.